попадает шайба в одного из лайнсманов. ЦСКА, да, заметно коротенькими сменами старается действовать. Ну и мы говорили, что сезон длинный получился и для ЦСКА, и для авангарда. И здесь сохранять свежесть очень важно. А это супер спасение Ларса Юханссона. Редко такое увидишь, когда Робинсон позволяет обыграть себе один в один. Но в данном случае удалось это сделать Чинахову.